себя, уже не сильно потянешь. Нет, развернись прямо туда. Ты не бьешь, не принимаешь, просто ловишь. Развернись на меня. Надя, сюда. Поехали. Ну, бежи. Даня, в корт. Понятно, что, да? Мяч не поймал. Ты делаешь это. Все, Галя, место Алины. Очень плохо, Света. Да, очень плохо. А по очереди? По очереди. Ты, он, ты, ты. Нет, нет, нет. Нет, прямой. Без переводов. Прямой. Накат. Нет. Не нужен перевод. Нет. Сюда. Нет. Ловит партнер. Движение. Накинул. Ловит только партнер. Кто сюда? Только не отсюда. Кто подавал? Ноу, вообще ноу. Вот сюда. Три раза мать, лопать надо. Надя, остановись вместо Дани. Кто принимал, уходит, девочки. Ну, я же говорю. Кто принимал, уходит. Становись корт, Аня. Надя уходит. Кто принимал, уходит в сторону. Но если вы будете быстрее смены делать, вы будете успевать. Хорошо. А? Движение, кисточки. Вперед, движение, предложение. Ты куда пошла? Ну, я не... Ты куда пошла? Кто принимал? Алина принимала, не ты. Почему ты ушла? Вопрос. Вопрос очень важен, да? Очень важен вопрос. И вспоминай, как ты локоть пойдет. Питается. Как там? Стой. Не вот сюда, вот я вышел, посмотри. А вот пойдем с ручки. Лови, лови! И стараешься, чтобы рука шла рядом с тобой. Не через сторону и лоб не отпускаешь под самой. Кисть не попадает. Пойдет, только ты сбоку мяча бьешь. Вот такая кисть маленькая. Ты бьешь, смотри, вот сюда по мячу. Вот он тебя туда и улетает. Откинула руку, закрывай вверх. Больше чуть подрос на себя, чтобы не тянуться к нему. Пойдет более-менее, чуть кисть ты работаешь. Больше справа. Чуть-чуть не попадаешь. Начни, начни движение, Надь. Начни, мяч полетел, ты видишь здесь давление. Начни к нему движение. Извини, смотри, вот ты делаешь даже. Так, давай, ты смотри, кисть вообще не работает. То есть движение. Подаете не смена, давление. Вот эта часть не работает. А потом она вся. Нет. Локоть не отвела, ладонь не развернула. Вот движение, локоть, ладонь. Плашмя, потому что от мяча сделал движение. Пальцами. Хорошо. Хорошо. Видишь, на нижнюю часть попадает. То есть у тебя не успевает кисть в момент удара. У тебя кисть должна успеть, Илья. Смотри. Раньше закрывай ее. То есть движение. Раньше кисти. Должна коснуться верхняя часть ладони. Плохо подкинула, поэтому так. А не нижняя, верхняя часть ладошки. Или же другая. Не толкай его, а просто чуть-чуть. Наоборот движение. Вперед на мяч. Вперед на мяч. Пойдет. Пойдет. Ладонь только напрягает.
куда отклоняешься, если ты говоришь, а должно быть движение вперед, наверное. Не отмечай. Зачем? Нет времени, смотри. Нет времени ее отпускать. Ты ее начинаешь поднимать, и она у тебя в момент удара болтается. Нет точного движения. А точного, точное одно движение. Зажимаешь руку, не зажимаешь. Саму руку, ладонь, напрягай чуть, но руку саму не зажимай. Thank you.
Александров за то, что...